Сегодня, возможно, в этом видео я буду тестировать новый хит продаж. Возможно, это будет сенсация, прорыв в компании Avon в мире ароматов. Поэтому, если вам интересно узнать первыми мой отзыв о новинках и новых ароматах, то оставайтесь со мной до конца. И всем приятного просмотра. Ну, с тем, с кем мы еще не знакомы. Меня зовут Алексей, как я люблю говорить. Сегодня самый вкусный обзор, потому что сегодня обзор новинок и затест новых ароматов. Вот. И начнем мы сразу сходу, с пылу с жару. Я хочу с нетерпением быстренько открыть вот эту новую тушь. Тушь для ресниц линеечки Color Trend. Дело в том, что сейчас эта тушь представлена в компании очень... Что это было? Что-то темнею. Тушь была представлена всего лишь за 1219 тенге. Это очень низкая цена. Объемная тушь для ресниц. Невесомость называется. Просто смотрится кисточка офигенно, если можно так сказать. Будет она представлена, но, видимо, пока в двух цветах. Это синий и черный. Давайте ее быстренько попробуем. Дополню, что пишут. Невероятный объем, без комочков и утяжеления. Распахнутые ресницы от крови, хотел сказать, от корней до самых кончиков. Давайте посмотрим. Да, друзья, это что-то. Кисточка реально клевая, очень аккуратненькая, чистенькая. Даже когда... Вот запах, кстати, тоже довольно приятный. Последний раз какую-то тушь, помните, я... открывал, а у нее запах был какой-то неприятный. Это, в принципе, запах приятный. Посмотрите, какая классная кисточка, обалденная. Ну, эта кисточка уже, в принципе, такое ощущение, что она повторяется, то есть она у нас в компании уже была. Слушайте, мне кажется, тушь обалденная. Тушь должна быть классная. Заказывайте. Сейчас она стоит в каталоге всего лишь 1219 тенге, но уже в следующих каталогах эта тушь будет намного дороже. По-моему, она будет стоить 1500 тенге. Переходим к следующей новинке. Следующая новинка — это мужской аромат. Я должен был сделать затест этого аромата еще в прошлом месяце, но он был в резерве. Я его заказал в одном заказе, в своем служебном, которым я пользуюсь редко, один раз в месяц. Вот, и этот аромат у меня ушел в резерв. И сейчас я его должен на днях получить в своем заказе. Это я его заказал уже по каталогу, по вот такой интересной акции. У нас сейчас в действующем майском каталоге есть акция, что если мы покупаем с определенных страничек на сумму 6000 тенге, мы можем заказать или женский, или мужской аромат Skint Mix всего лишь по 800 тенге. Но таких цен на рынке уже точно нету. Вот. Женский аромат мы с вами тестировали в прошлом видео. Кто не видел, вы можете пройти и посмотреть. Это видео выходило, я вам сейчас даже скажу. Сижу вот и пока видео ищу. Так. Это видео у нас выходило, да, ровно месяц назад, где-то в начале апреля, как я все ароматы получил. Но по дизайну ничего нового нету. Ой, я забыл, это мужской аромат. Сказал я или не сказал. Какой-то фреш. Какой-то трэш. Давайте сейчас будем его пробовать. Не знаю, мне один только вот Skint Mix мужской нравится. Вот, он у меня где-то должен быть. И уносят меня, и уносят меня. Слушайте, ну ничего нового в этом аромате я не слышу. Знаете, он больше на женский похож, чем на мужской. Довольно такой сладкий. У нас есть сладкие ароматы достойные. Очень достойный аромат. Какая линейка, забыл, как называется. Какао, состав какао. А здесь вот он какой-то ягодный. Хотя цитрус фреш написано. Я не знаю. Мне вот как-то вот вся эта группа... Вот нет, вот сейчас он, конечно, запах мужским гелем для душа. Довольно такой резкий.
Не знаю, что тут свежего в этом аромате. Слушайте, мне он не нравится однозначно, нет. Но не люблю я вот эти skinned mix, не знаю, хоть тресни. И прошлый женский аромат, он был как-то не очень. И этот мужской прям... Ой, не знаю я. Давайте, поехалите дальше. Давайте дальше. Дальше, друзья. Меня попросили клиенты рассказать и показать вот про этот BB-крем. Очень многие глубоко ошибаются, когда его заказывают, потом боятся его выкупать. Дело в том, что этот BB-крем, он идет, кстати, со SPF-очкой 45. Сейчас он стоит по акции 1300 тенге. Я рекомендую его, берите, потому что он абсолютно не темный, как кажется. Сейчас я вам покажу. Смотрите, у него цвет такой бежевый, прям очень такой бежевый цвет. Я, правда, сильно много взял. Сейчас я уберу чуть-чуть. И продемонстрирую. Он, знаете, он адаптируется под любой тип кожи, ой, господи, под любой оттенок кожи, и его практически будет не видно. Он сейчас ляжет и все. У меня очень многие клиенты боятся, закажут, а потом боятся его брать. Я уже один тюбик открыл вот и показываю всем. Смотрите, все. Чуть-чуть оттенок, как будто бы тонального. Но это вот сейчас буквально чуть-чуть, и это пройдет. Но я уже не вижу. Я уже не вижу, поэтому аромат очень у него приятный, свеженький такой аромат, освежающий. Поэтому заказывайте, не переживайте. Хотя, в принципе, написано, что оттенок у него медиум. То есть он идет все-таки как бы с оттенком, но он, в принципе, хорошо адаптируется. Я не знаю, скорее всего, может быть, на совсем светлую кожу, может быть, не стоит рисковать. Ну, не знаю, у меня вроде бы как она не темная кожа. Вот, ну давайте будем двигаться дальше, потому что дальше у нас новинки следующего. Это у нас уже майского каталога. И начнем мы тестировать майскую новиночку. Вы уже мне кто-то писали в комментариях, что кто-то уже заказал себе вот такой аромат. Его можно было заказать по демо-версии сейчас. Я являюсь обладателем демо-продуктов со скидкой 50%, но у меня эта линейка, к сожалению, не зашла. Очень дороговастенько, она, говорят клиенты, и брать ее не хотят. В общем, это новиночка. Состав идет гранат, роза, центрифолия, ваниль. Вот, это парфюмерная вода. И где она у меня? А, друзья, я ее же заказывать не стал, но пробник взять я был обязан. Поэтому я взял вот такой вот пробник с распылителем. Он есть в каталоге, вы можете тоже попробовать заказать его. Стоит этот пробник 300 тенге. Да, раньше они, конечно, были в разы дешевле. Но этот пробник, еще раз говорю, с распылителем. Поэтому он очень удобно, можно и пошли, и не обязательно за 7000 брать аромат. Вот, ну давайте попробуем сначала его в каталоге. Ну, уже, знаете, как-то страничка не особо пахнет. Не знаю. Может быть, я сильно затер. Ой. Ты кого? Дурочка, что ли? Напугала. Я думал, блин, летучая мышь какая-то, что ли, залетела. Резинка от ремня. Боже мой, ой, игрулька. Так, о, а теперь раскрылся аромат. В принципе, довольно такой интересный, сладенький. А мне нравится. Такой легкий, летний. Но у меня еще есть время, я могу его заказать. Я, наверное, так и сделаю. Я, наверное, его закажу, и мы еще с вами, может, попробуем полноразмерную линеечку. Ты, кукушка, ты кого там? Ну да, в принципе, довольно такой интересный, сладенький аромат. Не нанюхался. Ну, знаете, я бы не сказал, что он меня как-то особо впечатлил. Так себе. В духе Avon. Ну, давайте следующий посмотрим, что у нас еще я приготовил, что я еще заказал. Это новинки линеечки
Сейчас будет замес. Линейки Kia, Каре, Каре, Кира, Кара, Каро. Господи, как только не писали мои многоуважаемые зрители. В общем, давайте будем договариваться так. Кому как удобно, так и называют. Ну вот компания сначала написала, что надо произносить как Kia, теперь как Киар и QR. Друзья, в общем, разболтался. Я заказал в этой линейке вот такой вот освежающий гель для умывания, для всех типов кожи, 3 в одном. Для снятия макияжа, свежесть и очищение. Вы знаете, я уже его прогнал, протестировал. Я 2 раза им умывался. Хочу сказать, что у него консистенция... Секунду. Кошка ходит, отвлекает. В общем, смотрите, у него консистенция вот такая вот гелеобразная, непрозрачная. Аромат очень приятный, легкий, освежающий. Кстати, когда умываешься, такое ощущение, как будто вот у меня есть средство. Я пользовался средством Menu с древесным углем. Вот им, когда умываешься, такое ощущение, как будто очень тяжело смыть это средство. То вот это средство смывается просто супер. И довольно такая приятная, легкая отдышка. В общем, я рекомендую это средство тем, кто любит вот прям вот легкое-легкое такое невесомое очищение. В общем, пишут, что это глубокое очищение, гель для умывания. Глубоко очищает, сужает поры и удаляет даже стойкий макияж. 150 миллилитров он. И он в майском каталоге будет стоить 1000 тенге. Но сейчас по журналу Focus можно его заказать, я не помню, по-моему, 850 тенге. Поэтому считайте. Я думаю, что выгоднее заказать в каталоге, если у вас довольно большие заказы. Следующие средства этой же линеечки. Я их не тестировал, я их не пробовал. Просто попробуем открыть и посмотреть, какие у них отдушечки. Это вот мицеллярная вода для всех типов кожи. Удаляет макияж 3 в 1, смягчает, очищает с витамином Е. Стоит она тоже 1000 тенге, 150 миллилитров. Чуть не сходил в туалет. Не открывается, друзья. Ну, давайте пойдем тогда таким путем. Мне очень просто интересно. О! А отдушки вообще как будто нету. Я вообще не почувствовал запах. Ну, слушайте, ну это прям ваша линейка. Кто не любит какую-то отдушку в косметике, я, знаете, я прям рекомендую. Здесь прям легкий такой свежий, прям невесомый аромат. А здесь его вообще нет. Почему в каталоге не написано, что нету отдушки в этом аромате? Это хорошо. Потому что сейчас очень многие просят косметику, чтобы как можно было меньше отдушки. Так, следующий это тоник для всех типов кожи. 3 в 1, тоже освежает, очищает и увлажняет. Этот идет с экстрактом розы, но это уже повторение. То есть у нас уже такое было в линейке. Kia. Да, здесь уже идет отдушка. Легкая, тоже нежная. Ну, знаете, в принципе... Я не пробовал эти тоники и мицеллярную водичку, но мне очень сильно понравился гель. Я его, наверное, скорее всего, уже оставлю себе, потому что у меня заканчивается средство для умывания, и он как раз-то будет в тему. Ну что, двигаемся дальше. Дальше у меня еще интересная новиночка. Это вот такая вот новиночка в линеечке Sense. Забыл, как называется. Я все время говорил розовый фламинго. Нет, на самом деле называется фламинговый закат. Но нарисован фламинго. Причем, знаете, нарисована как будто бы тень фламинго на средство. В общем, представлена вся линеечка. Это у нас в майском каталоге. Есть гель для душа пол-литровый. Пена для ванны. Спрей для тела и гель для душа. Кто смотрел мой обзор, вы видели, что я заказал всю линейку. Но... Взял попробовать и затестить только 2 средства. Гель для душа я оставляю себе. Я еще не успел им воспользоваться. Но скажу честно, аромат очень интересный. Вот хочу сказать, что он, в принципе, возможно, станет хитом продаж. Потому что он похож на аромат «Любовь в Париже». Мне кажется, он довольно похож. Но мне этот аромат больше нравится. А что у него идет в составе? В
В составе ананас и франжипани. Вот такой у него состав. В общем, кремообразный гель для душа. Заказывайте. Сейчас можно, если вы хотите, уже можно заказать через журнал «Фокус». Но тоже надо смотреть, как выгоднее. Или через «Фокус», или через журнал. Пока не могу сообразить, надо смотреть. Вот. Ну и вот такой вот спрей я тоже принес показать. Очень, что я тоже делал, кстати, за тесты на вот эти спреи, делал обзор, он буквально вот недавно был, поэтому, если вам интересно посмотреть топ-5 самых продаваемых спреев, то заходите и посмотрите на моем канале. Ну что, друзья, мы подкрались с вами еще к одной новинке. Это у нас аромат Full Speed, это, в принципе, линейка номер один по продажам в компании Avon. И у нас появляется новая новиночка, новый мужской аромат из бренда номер один, я не знаю, в Казахстане или в СНГ, или вообще во всем мире. Не знаю, как он продается где, но у нас в Казахстане оранжевый Full Speed является хитом, просто хитом продаж. Давайте я покажу, о котором я сейчас говорю. Я говорю об этом оранжевом аромате. Но, друзья, когда я получил свой заказ, я заказал сразу два аромата. По демо они стоят 3600 тенге. Мне они обошлись со скидкой 50%. И вы знаете, впервые за 3 года ведения моего канала я не удержался, я просто взорвался. Думал, я не дождусь, когда я буду снимать обзор, когда я буду делать за тесты. И я вскрыл этот аромат, чтобы его попробовать вперед всех. Вот честное слово, я его, наверное, попробовал один из самых первых. Но не будем говорить про Алма-Ату, все-таки Алма-Ата получает быстрее заказы. Смотрите. Ничего нового в плане дизайна, все остается абсолютно так же. Это полностью прозрачный флакон под цвет, ну, как под цвет задуманного аромата. В общем, что у нас компания говорит про этот аромат? Давайте прочитаем. «Поймай волну». А аромат-то называется, я не представил, «Full Speed Surfer». Вот, фужерно-древесный аромат. Древесный аромат – это все мое. Озоновые ноты, перечная мята, ветивер. Я когда получил каталог, посмотрел, думал, все. Если он меня обманет, этот каталог, я его швырну к чертовой вон за кулички. Бодрящий взрыв озоновых нот, перечной мяты провоцирует выброс адреналина. Кстати, брехня, не спровоцировал. Который накрывает огромной океанской волной. Двигайтесь вперед и испытай пределы своих возможностей. Друзья, это что-то с чем-то. Этот аромат, конечно же, я уже попробовал. Я уже несколько дней его тестирую, наношу на себя, хожу с ним, проверяю, что будут говорить мои клиенты, друзья, знакомые. И теперь, внимание, это сенсация. Сенсация в компании Avon. Я сейчас тащусь. Это то, что я мечтал. Это, у меня нет слов, как он классно пахнет. Это какой-то божественный аромат. Он правда вот накрывает, какой он вкусный. Ой, не надышаться. Обалденный. Но есть одно маленькое но. Я его... Первые пару дней я его не расслышал. Ну, понятно, что бывает, на себе мы не слышим. Мои клиенты тоже его на мне не услышали. Ну, то есть, я боюсь, что этот аромат не стойкий. Я боюсь, что он держится всего лишь буквально в течение нескольких часов. Но буду тестировать его и дальше. Сегодня я заметил, что у меня, я на майку нанес, на тело, на майку нанес этот аромат. И у меня на майке этот аромат сегодня ощущался весь день. Вот, поэтому... Думайте, гадайте дальше сами. Но я однозначно этот аромат оставляю себе. И уже начинаю, буду вот брызгать всем клиентам. Буду брызгать, говорю, пробуйте. Потому что мне кажется, это будет
сенсация. Это будет просто, наверное, новый хит продаж. В компании, еще раз говорю, в компании Avon все ароматы мужские настолько похожи, что вот этот аромат как будто украли. Как будто украли и принесли его в компанию. Он не похож ни на что. И мне кажется, он даже не повторяется с какими-то предшественниками. Но я боюсь сказать, чтобы потом не закидали помидорами, как будто бы есть нота Just Play. Если кто-то помнит, поднимите руку. У нас в компании был аромат Just Play мужской, такой тоже вот голубенький, неровный такой флакончик был. Он был такой сзади полукруглый и в треугольничек такой сходился. По-моему, так я сказал. Напишите, прав я или нет, не помню. Все, я даже не хочу уже возвращаться вот к этому аромату, даже его и пробовать больше не хочу. В общем, я рекомендую. Смотрите, дело в чем. Сейчас этот аромат вы можете попробовать заказать всего лишь за 3699, по-моему, тенге в фокусе. Фокус где-то у меня был под рукой. Давайте быстренько посмотрим. Вот. Я рекомендую тем, кто занимается серьезно Эйвоном, занимается продажами, не теряйте время даром, закажите этот аромат сейчас, попробуйте его продемонстрировать всем клиентам своим, кто любит Full Speed. Стоит этот аромат 3700 тенге, это цена без скидки, это цена окончательная, но в следующем каталоге этот аромат будет по 4500 и 5100 будет он в наборе. Но также у нас будет еще и, друзья, у нас еще будет с вами дополнительная программа поощрения на эти ароматы. Как я уже делал обзор, уже выходил фокус, вы видели, что если вы будете приобретать два аромата, скидка будет 35, если 4 аромата, то 40%. Я вам искренне желаю, чтобы вы сделали высокие продажи в следующем месяце, в июне. Воспользуйтесь этой ситуацией, попробуйте. Кстати, да, к сожалению, нет пробника на него, но надо посмотреть, по-моему, в интернете, по-моему, у нас на сайте представителя появились пробники на этот аромат. В общем, вот, затянул свой разговор. Для меня, еще раз говорю, это сенсация. Я прям влюблен в этот аромат, но будем тестировать, будем пробовать. И надеюсь, что он вам тоже понравился. Напишите в комментарии, кто уже его заказывал, кто его уже попробовал, нравится ли он вам. И до новых встреч. Всем пока-пока. Пока. Пока, пока. Пока.